ваши действия незаконные. Администрация нарушила закон и согласовала митинг. У митинга незаконный характер согласования. Дорогие друзья, послушайте. Музыка говорит, что у нас есть 5 минут на то, чтобы разойтись. Я слышал то, что музыка жулик. Кто музыка? Жулик! Кто музыка? Жулик! Кто музыка? Жулик! Вот. Значит, донативное мнение, что расходиться не надо, как раз у тебя. Как это? Администрация незаконно нам не дала выступать в нашем законном месте. Мы не можем из-за этого прекратить. Вы понимаете? Наши права нарушены. Помогите нам. Вы же полиция, да. Помогите наши права нам вернуть. У вас нет согласия. Женщина войну прошла. Послушайте, войну прошла. Мероприятие. Что значит не согласовано? Администрация нарушила закон. Не предоставив нам другого места. По закону пришли до суда. Видите, согласованы. Чтобы здесь стояли. Еще раз вам предлагаю разойтись. Мы не разойтись. Я предлагаю пойти вам погулять. Да, дайте погулять. Мы поведем митинг. Мы не уйдем. 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 Мы не уйдем.